В лицее номер 14 города Каспийска состоялось мероприятие, приуроченное Дню защитника Отечества. Это праздник тех, кто в любую минуту готов встать в строй, чтобы защитить своих близких. Праздник тех, кто защищал, защищает и готов защищать свою родину. Началось мероприятие с гимна Российской Федерации, а после ведущие мероприятия рассказали историю праздника. С приветственной речью ко всем присутствующим обратился герой Российской Федерации Заид Заидов. На сегодняшний день День защитника Отечества – это очень молодой праздник. Знаете почему? Его практически отмечали, но всегда мужики почему-то были в этом отношении отстранены от всего праздника. Тогда не было выходных для мужиков, для мужчин, я имею в виду. А вот 8 марта почему-то, как всегда, женщинам давали выходной. Несправедливо было. Наконец, справедливость восторжествовала. Важно отметить, что в рамках мероприятия гости также отдали дань всем солдатам, участникам СВО за их отвагу и героизм, с которыми они защищают нашу страну. Отметим, что на сегодняшний день порядка 272 российских военнослужащих были удостоены звания Героя России в ходе специальной военной операции. Мы имеем право сегодня гордиться нашими защитниками. Впервые вот этот праздник еще в советское время, революционная Россия наша, еще Владимир Ильич Ленин был жив. Это он дал декрет о создании этого праздника. 18-й год нашей части Красной Армии разгромили немецкие воинские подразделения кайзеровской Германии. По завершении мероприятия воспитанники образовательного учреждения вспомнили подвиги всех героев СВО и рассказали о них всем присутствующим. Почетными гостями торжества стали участник военных событий в Афганистане Ахмед Юсупов, вдова погибшего героя Российской Федерации Асият Магомедова, герой Российской Федерации полковник милиции в отставке Заид Заидов и многие другие.